Там, где ты не проедешь. Всем утюг, с вами Глюк и Сорз. Здрасте, зачем ты мне такое выступление сломал, Сосисон? Хорошее выступление было. Смотрите, у него, короче, гидравлик, я вообще не знал, что она здесь есть. Смотри, блям, 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 блям. А он прям прыгучий такой. Ты можешь теперь небольшие заборчики, наверное, даже перепрыгивать, да? Ну, в теории, да, но на практике нет. А у меня... Это, кстати, моя расцветка. А у меня Тесла, у которой почему-то убрали все стекла. Так, слушай, сегодня что, гоняемся? Сегодня гоняемся! Ну, о, а что у тебя в багажнике? У тебя что-то в багажнике лежит. Фига, у тебя тут, короче, 3 компрессора и 6 аккумуляторов. Газани вперед немножко. А ну-ка еще немножко. Что? Сорс думает, что у него целая тачка. Давай, давай, короче, какую-нибудь бери себе тачку. Какую-нибудь, на которую ты сможешь догнать мою Теслу. А, подожди, а что с фарами? Что? Это фары? А стекла задние, задние форточки, видишь? Это фары из... А, и задние фары, и... Утюка. Походу, чувак, знаешь, взял какую-то машину для того, чтобы видеть размеры. Судя по всему, тоже бэху, только более старую. Видишь, да, передние да, фары? Да, 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 да. И на ее основе делал. И, короче, по ее не удалил исходники. А, я уже видел такие тачки, это такое себе. Так, ну что? Удаляйте после себя. Всегда удаляйте все после себя. Так, ну шо, попытайся догнать. Мне кажется, ты не догонишь меня. Подожди, а вот смотри, вот есть друзья, есть знакомые. А могут ли друзья быть знакомыми, а знакомые быть друзьями? Ты что-то сложные какие-то теории выдвигаешь. Смотри, типа, знакомый друг, а может ли быть друг незнакомым? Нет. То есть в теории друг всегда знакомый. Ну да. Но знакомый не всегда друг. Да. Все логично. Почему сложно? Нормально. Че-то я дорогу нашел, но куда-то не туда. Тут навигация по городу вообще говно. Так, нормально, нормально. Едем, 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 едем. Я даже тачку почти не покоцал. Я покоцал. Ой, я нашел себе замок. Буду баррикадироваться здесь. Сразу говорю, зря. Я так не думаю. А я думаю. Я тут спрятался от тебя. И как у тебя успехи? Прятался от меня? Отлично, просто идеально, я бы сказал. Мне кажется, ты сюда не проедешь. Прорываться! С боем! Давай! Давай! Это я тебя тараню назад, да? Или ты сам едешь назад? Ты мне сломал этот кардан. Отлично. А что ты меня, куда ты меня воруешь? Не знаю. Фишка в том, что у меня только задний привод сейчас работает. Ну, в смысле, я только назад могу ехать, поэтому это и есть небольшая проблема для меня. Кикфлип! Красота. У тебя заднее колесо кикфлипнулось. Ты сначала догони меня. Я тачку не респавнил, понимаешь? А я все еще еду. И нехило так еду. Да, но у тебя заднее колесо вот прям жопка. Да нормально. Раз, два, три, четыре, не. Шесть. Да в смысле, нет. Восемь, девять. Я дернулся, там должно быть заново все респавнено. Нифига, ты не поехал. Я предпринял экстренные меры. Доставай меня теперь отсюда. Слушай, а я на ходу, что ли? Подожди, я в порту. Чувак, ты не поверишь? Не верю. Но я башмак, который живет. Ты башмак, который живет. Ребята, она едет, серьезно. Вы посмотрите, там колеса вообще через жопу все. Но я еду, подумаешь. Можно, хочешь поржать? Чё? У меня в этой машине не то, что... Как бы только фонари от другой машины. У меня еще выхлопная от другой машины. Еще один дополнительный багажник. Ну, тебя, видимо, знаешь, на разборке чинили там. Не, подожди, был двигатель, я тебе подъеду, от Матиза, они уставили. Я тебя бить не буду. Просто посмотришь, или у тебя тоже такой бутерброд у меня из машины делается.
Понимаешь, она уже физически не должна ехать. Почему? Нормально все с ней. Че не так-то? Давай, сделай это со мной, Сорс. На. Я вот так удасай. Давай без аниме. Да ты так еще поднялся. Поднялся Сорс за мой счет. Блин, ну ладно, что, прикольно. Не, Тесла вообще мне нравится, я не знаю. Она, кстати, похожа на ту, которую в реале, по-моему. А может, нет. Вот у тебя на Бэху не очень похоже. Мне похож на смесь двух Бэх. Да. Не чистокровные там. Ты меня догонял, я тебя догонял, сейчас ты меня догонял. Теперь я тебя догонял, да. Так, ты на этом остаешься, да? Ну, да. На этом. Хорошо. Я могу тебя хорошо догнать на вот этой штуке. Ну что, уезжай. Так, сейчас маленькую фору Сорзу, а то он медленный. Ого. Ага. Ого. Что? Да мне страшно что-то. Ядрить, колотить. Ага. На! Ну да. Ага. У меня одно колесо осталось. Сломанный кардан. Чё, всё? Да. Это вся поездка? Да. Да господи, что за бэха такая? Говно, не бэха. Подожди, подожди, она сейчас слоями не отпадает? А потому что у меня уже до один слой крыши отвалился. Двуслойная, блин. Ну, я не знаю, давай другую тачку бери тогда. Это была самая короткая погоня пока, ребят. Нормально. Один поворот, всё. Глюк. Да. I'm watching you. Ну давай, попробуй догони сначала. Сколько едешь? 170. Что ты так 200. Быстро поехал? Что ты так поехал быстро? Я сейчас разложусь где-нибудь и будет тебе только не быстро. Только 140 еду. 160 только еду. А, ну разложился, как и обещал. Обманули. Как хорошо у тебя тормоза работают. По полям, по полям. У него кукушка что-то. Прям совсем куку. Ладно, сойдет. Чё? Так, я поехал наверх. Ты туда поехал наверх. Давай ты по-другому поедешь наверх. Я и еду по-другому наверх. Там, где ты не проедешь. Я немножко решил спуститься. Зачем? Ну, для своей безопасности в основном. Ну окей, а то, что я к тебе доехал, как бы, ну ничего, ну ладно. Ну так ты страшный, ты меня бить будешь, пихать меня будешь. Ну ладно, я поехал. Оставайся в своей этом городке, а я поехал на гору. Здрасте. Дай. Разворачивайся. На выход, на выход. Все, я поехал. Отлично, хорошо. У меня такое ощущение, что она у тебя радиоуправляемая, знаешь, такая бум-бум-бум. Это вот звук этот электрический какой-то. Да это пипец. Я чуть-чуть развернулся. А ну, слушай, а тебе не кажется, что у тебя игрушечная машина по сравнению с моей? Ты же меня не разобьешь. Кажется. Ты себя О, разобьешь. Нет! О, нет, Сорс! Ты, кажется, хочешь меня убить. Да. А что такой маленький, ты серьезно? Херушки тебе, понял? Думал, я промахнусь, да? Да. Я Так, а что это тут такое началось-то? Один, два, в смысле? Три. О, минус колесо, в смысле, колесо вернись! Сука, я перестарался. Ляшари микантари. Слышь, иди отсюда. Утюка, ты что делаешь? Я ничего. Ты что меня прижимаешь? Я обнимайся. Скоростной телепорт. Ты же понимаешь, ты сейчас будешь тупо себя дергать за контрол. Вот будешь пол карты прыгать. Не, я пытаюсь ехать. Но, видимо, тут уже все, да, без шансов. Ура! Теперь будешь догонять мою мафинку. Эту машину легко догнать.
А вот эту машину хрен догонишь. Если бы я еще ввел бы нормально, там реально можно было бы что устроить. Не, ну ты гонишь. Это достойный соперник для тебя. Ладно, дождь, догоняй, сейчас, подожди. Дежаву! Сарз! Ёпт! Что? Это было легко. Это было слишком легко. Чё, всё? Я тебе... Да. А, я тебе на дерево надел. Классно. Ты хоть одно целое колесо видишь? Они есть. Ну, там... Да, знаешь, это... где они есть? Вон сзади валяются. А, ну вот отлично. У меня есть целое колесо. У тебя, кстати, задний мост отпал. Так, ну а теперь у тебя, кажется, проблемы. Ладно, я поехал. Рейсовый автобус Глюка. Прямо в Италии. Заказывайте. Пицца и врожу бесплатно в сервисе в нашем. Я подожду, пока у тебя кончится ускоритель. Блин, я же не смогу респавниться точно. Это будет проблема. Ты будешь ехать 50 км в час. Как ты думаешь, для Жигуля это проблема? Что-то я не подумал об этом, что я не смогу же респавниться. А сейчас ты его, кстати, не можешь выключать. Он у тебя по дефолту работает. Ну я чуть-чуть подгазовываю. Сорс хитрый. Утюка, что творишь? Я крышку отбил. Забирай крышку, не нужна она мне. И, кстати, а меня... крышка железная или пластмассовая? Для трехлитровых банок или для литровых? Для каких? Для массажных. Просто пора варенье в соленье, я такое думаю. А что, а вдруг нормальная крышка? Для массажных этих банок, знаешь, которые... Которые такие чпок? Да, которые чпок. Да. О, спасибо за помощь. А то хрен войдешь в эти поворотики. Я вообще ничего не почувствовал. Мне так нравятся твои попытки, чувак, продолжай. Они немножечко мне мешают. Один, два, в смысле? Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да гребаное дерево, то ты чё? Ты чё, подвязался ко мне, что ли? Это говно застревает в каждом кусте. Я просто пытался вылезти и разъебал свой автобус. Какого черта? Вот если ты сейчас проиграешь, у тебя будет очень легкая задача по поимке. Вот, тебе надо будет Жигуль поймать. Смотри, какая легкая колбаса получилась. Докторская. Да. Это тверк автобусом. Господи. Ну все, а чё, ты меня поймал. Я, правда, рожей в кусты ушел. Как страус. Ты сам себя больше поймал, чем я тебя поймал. Да я просто ехал мимо, я, знаешь, типа ни передом, ни жопой не задел. Я в середине задел кусты, потому что радиус поворота такой. Он срезает угол. И все, я из-за этого застрял. Причем оно в IT-то вошло, обратно уже все никак. Как это работает? Просто из-за одних квадратных задних колес она не может тронуться с места. О, нормально, поехали! Поехал! Убегай от меня! Беги! Беги, как от смерти! Тюка, ща уйди! Мем из очень страшного кино. Беги, тюка, беги! Да, 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 да. Ля, слушай, я так долго буду ехать. Давай я на нейтралочке буду катиться. Это максимум мой, короче, 11 км в час, там до 12 заходит. Я на нейтралке 14 качусь. 15. Я даже двигатель заглушу. То есть, может быть, даже у нее не полный привод, я не знаю. Здрасте. Здрасте, ты пытался завернуть, но передумал? Там тупик. Я вас понял, господин. А, ладно, поехали назад. Фига, ты что так разогнался прям? Нифига себе. Нет! Кажется, все-таки дат. Лет. Да. Что здесь произошло? Странно. Колесико подвернулось заднее. Ура! Давай!
заднее колесо там повернуто под 45 градусов. Господи. Нет, тут все, ГГ, слушай. Кажется, ты пойман. Да. Вы имеете право не хранить молчание, потому что мне скучно. Рассказывать анекдоты будете в машине мне, пока будем ехать до участка. Значит так, смотри, плывет русалка вместе с дельфином. Ага. А потом про них пишут песню, и песня оказывается говном. Вот какая несправедливая жизнь. Отлично. Так себе анекдоты, конечно. Я думаю, я добавлю вам один год к нарушениям. Ребят, на этом прекрасном моменте мы закончим. Ставьте лайк, заходите на канал Сорза, жуйте бобра, и удачи вам, любви и терпения. Ой, ладно, всем пока. Что-то я расчувствовался. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.